Друзья, всем привет! С вами Леся, и у меня такой экстра маленький заказик из золотого яблока, который я вам сейчас покажу и побегу по своим делам. И самое интересное, что сделала я его буквально 2 часа назад. То есть, ну, реально 2 часа, и его сразу привезли. Такая вот быстрая доставка на сегодня была. И это такие необходимые вещи, просто нужные. Делала заказ с 10% скидкой по промокоду. Плюс у меня там около 100 рублей промокод слова «Стрелец». И у меня еще там было около 100 рублей накоплено. Я их тоже списала. Честно говоря, делала вчера заказик в Ревгош. Но мне нужно было еще обязательно заказать в золотом яблоке. Что же мне там было нужно заказать? Это от Natura Siberica. Мне нужно было заказать шампунь и бальзамы. Кстати, я думала, что это серия Ice. Почему-то я была в этом уверена. Но на самом деле это не Ice серия. Hair Evolution Professional серия называется. Значит, это повторная покупка, шампунь и кондиционер. И эти продукты у меня уже были, бальзам вообще. Этот кондиционер был раза 3 или 4, шампунь один раз был. Значит, они мне очень сильно понравились. Вообще у Natura Siberica есть очень хорошие линейки, такие как Ice, такие как вот это вот Hair Evolution. Я там немножко напутала, но все же они очень классные, они работающие и действительно мне очень-очень нравятся. Поэтому я решила приобрести повторно нужными шампунями, бальзамчиками затариться. Ну, так, по чуть-чуть, то есть сразу 10 банок я не буду покупать, понемногу, знаете, чтобы так неощутимо было, потому что много-много всего, конечно, другого нужно. Здесь объемчик небольшой, ну, обычный 250 мл. Есть дозатор. Продукты, я помню, что густые. Аромат у этой серии такой какой-то косметический, сладковатый. Не могу сказать, что свежаком или цветами пахнет. Ну, такой, нужно попробовать вспомнить. Так особо я из баночки понюхала, даже особо как-то и ассоциации не вызывает. Значит, шампунь 247 рублей стоил и бальзам 215. И также я решила взять вот такую вот серию. Розовенькую, яркость и защита. Такой серии у меня еще не было. Попробую. Надеюсь, что очень-очень понравится. Хотелось, конечно, побольше заказать от Natura Siberica. И айс из серии, и спрей не снафашка. В общем, в планах много всего купить, но пока так, потому что чтобы было чем пользоваться и при этом особо не захламляться. Тоже шампунь, тоже кондиционерчик. Буду ими пользоваться. У них, кстати, такой классный аромат. Очень-очень приятно пахнет эта серия. Похожа на серию Ice по аромату розовую. Знаете, чуть-чуть похоже на серию... У Сифары была серия «Битва подушка», была банная линейка, и там был аромат «Битва подушками». Вот это похоже, какой-то цветочно-пудровый запах, очень-очень приятный, и, собственно, поэтому я и заказала ее, чтобы пользоваться. И шампунь 219 рублей, бальзам 215 рублей. И за 136 рублей я заказала нужную вещицу, которую положу сейчас сразу же в сумку. Это Шик антисептик спрей. Он у меня уже был очень классный, очень удобный, такой плоский, много места не занимает, такой стильненький, прозрачненький, все видно. И потрясающий, нереальный аромат. Просто... Как же он пахнет? Какой такой кремовый, цветочный. Какой-то такой-то сложный, и он очень-очень яркий. Честно говоря, я бы такими духами духалась. Очень мне нравится. Буду пользоваться. Вот такие вот совсем небольшие покупочки, которые были на 1032 рубля. Ну вот прям совсем быстро-быстро вам их показываю. Ставлю на полочки и ждем следующих заказиков. Всем большое спасибо за внимание. С вами была Леся. Всем пока-пока.